30 октября на территории форштадтского поселения прошел 6-й легкоатлетический кросс «Золотая осень». На соревнования приехали 89 учащихся из учебных заведений Верхнеуральского района. Легкоатлеты соревновались на дистанциях 1, 2 и 3 километра. На открытии кросса участников спортивного праздника приветствовал заместитель главы района по социальным вопросам Сергей Машкин. По итогам кросса все победители и призеры были награждены медалями и грамотами, а также памятной символикой кросса «Золотая осень».